Вот такую вот интересную вещь нашел. Валялась рядом с крышей от Запорожца. Значит, оно примерно... Одного года выпуска. Да, оно примерно одного года выпуска. Ладно, без шуток, если... Обычная бочка такая, да, на вид? Ну как обычно, только маленькая такая. Какая-то с какими-то ребрами жесткости. Вот она по высоте. Мне примерно до колена. Ну вот, железная. Но на ней вот такие вот обозначения. Видно, да, всем прекрасно? Написано LF... Что-то еще, потом 2Б и вот это вот, как мне говорят, это этот орел или кто это тут? Это Люфтваффе. Это самый символ Люфтваффе. Этот самый крест и вот эта хрень с крыльями. Орел или кто у них там? Орел, да, по-моему, должен быть. Только я башку не вижу его, и она даже нет, хотя тут и башки нету. Ну, может быть, без головы, и фиг знает. Вот такие вот находочки. Что тут еще в ней интересного? Я не могу понять, где у нее, а где у нее этот самый-то заливная горло? А она, наверное, это самое. Вот там, видишь, надо было дырка. А, вот отрезано, да. А вот, кстати, здесь хорошо видно. Вот с этой стороны. L. L. Что-то обозначает, да? Вот, да, это хрень. Курица это. Она была прогрунтована черной грунтовкой сначала. Потом какая-то... Ну, она, скорее всего, черная была, да? Это уже потом ее тут накрасили. Тут вот вроде никаких обозначений я не вижу. Ржавчины нету нигде. Вот, вот прикол-то. Да, никаких обозначений больше нету на бочке. Дырка какая-то, ну кто-то прохерачил уже. Ну, для кого-то может быть не редкость, а для кого-то... Довольно-таки редкая штука. С раритет. Вот еще раз показываю. Такие вот вещи хранятся.